А в Ленском районе накануне был торжественно открыт мостовой переход через реку Нюя. С открытием моста дорога Алдана-Лёкминск-Ленск, долгие годы существующая в виде зимника, получит круглогодичный проезд через реку, большую судоходную реку. Все подробности далее. Строительство мостового перехода в районе села Нюя началось в 2013 году предприятием «Завмостострой-9». В 2015 году стройку продолжило общество с ограниченной ответственностью проектно-изыскательная компания, которая и закончила строительство объекта. Заказчик проекта – государственное казенное учреждение управления автомобильных дорог республики. На строительство этого грандиозного проекта было выделено порядка 1 000 000 000 рублей. Мостовой переход соединит Ленск с Алёкминском. Мост также свяжет и поселение внутри района. Жители села Туркта в скором времени смогут иметь круглогодичную связь с Нюей и Ленском. Этот объект, дорога будет продолжаться, и ближайший наш населенный пункт – это Туркта. Мы начинали проектирование этой дороги от нашей республиканской дороги УМНАС, от поселка Нюя Южная. И, значит, с 2011 года проектировали, видя в перспективу дальнейшего развития дорог нашей республики и до продления дороги у нас до Якутска. Это позволит заказчику в дальнейшем продлить дорогу до Алёкминска. Мост – это весомый вклад мостостроителей в развитие нашего района. Это развитие, перспектива развития территории, которая располагается вблизи вашего муниципального образования. Это освоение земель сельхозназначения, это лесопромышленная переработка. Это самое главное, это у нас появится автомобильная дорога Ленск-Алёкминск-Алдан, которая позволит нам дальше развиваться благоприятно и процветать Ленскому району. Это современный мост, рассчитанный под большие нагрузки. Полная длина моста около 400 метров, ширина почти 12 метров. Мост имеет две полосы для движения автотранспорта. Ширина проезда 8 метров, тротуаров 75 сантиметров каждый. Торжественное открытие мостового перехода состоялось. Оно стало знаменательным событием, которое теперь войдет в историю Якутии. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.